Друзья, всем привет! И у нас сегодня будет РПшка. Итак, начнем. Мы в игре City Car Driving. Начнем РП. Я ж зарабатываю на дополнительное, чтобы меня обучали, чтобы я получил права, но пока что у меня нет прав. Я работаю на вот этой заправке. Вот сейчас покажу вам. Вот эта заправочка. И мой шеф приехал на вот такой BMW. Он пошел на заправку, подписывают там какие-то договора, а я в это время сел в его тачку и буду ее угонять, друзья. Просто сейчас жестко, прям перед носом у него буду угонять. Так, заводим. Так, у него мало бензина, но мы тут не будем заправляться, потому что он нас сразу спалит, друзья. Он прям вот тут, вот окно, он смотрит. Пока что сейчас не смотрит, друзья. Так, быстро пристегиваемся. Включаем, что свет надо включить. Все, Д, поехали, быстрее. Все, он смотрит, он бежит уже. Друзья, он бежит, быстрее, быстрее, быстрее. Уезжаем, быстрее, быстрее, пропустите, пропустите. Так, алло, друзья. Быстрее, 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 быстрее. Ой, друзья, капец. Он просто побежал за мной только что. Как он так быстро выбежал, так быстро текаем. Он сейчас возьмет любую машину. Или тормознет, или ментов сейчас просто. Друзья, быстро уезжаем. У него нет бензина. Надо быстро сейчас на заправку какую-то другую заехать. И уезжать быстро с города. Друзья, я не знаю, что я, зачем я вообще это взял. То, что вы сейчас видите в ролике, никогда, друзья, такого не повторяйте. Итак, мы едем. Надо быстро, что же делать? Блин, у меня нет прав. Если сейчас полиция еще заподозрит, что нет прав, все, капец просто. Смотрите, какая у него тачка BMW. Я первый раз. Блин, почему мы устали? Так, быстро, быстро. Где заправка? Заправку надо искать. Давайте. Вот нам предлагает навигатор. Нифига себе, навигатор предлагает найти где заправку. Прикиньте, тут вообще тут все. Так, нам 348 метров до заправки. Это хорошо, потому что вообще просто на нуле у него, я не знаю, он, наверное, собирался сейчас заправиться на своей заправке, блин. Ну я так угнал, капец, друзья. Сзади, по-моему, погони нет за мной. Так что надо. По-быстрому, друзья, по-быстрому, по-быстрому. Главное сейчас, чтобы полиция нас не застала. Так, вот заправка, друзья. Я надеюсь, что тут не это не его заправка. Я только устроился на его заправку. Блин, это капец просто все. Я потерял работу, друзья. Так, быстро, быстро. Я надеюсь, что это не его, и он еще не позвонил, не сказал, что у него украли машину. Так, что тут? Быстренько, быстренько. Что, у меня тут карта специально есть. Сейчас мы посмотрим, есть ли на ней. Если нет бензина на ней, то все, друзья. Просто на карте 5 литров осталось, друзья. Это хорошо. Заправляемся, заправляемся. Сколько нам? Давай 3 литра хватит. Не будем. Все, а вдруг надо будет заправиться еще. А пока что так, так, текаем быстро. Текаем. Это не оказалось не его заправка, так. Надеюсь, что там никого нет, я не вижу. Блин, красный свет просто. Давайте быстрее. Потому что сзади. БМВ! Это мой шеф сзади. Быстро угоняем, быстро! Его просто там. Он, наверное, взял машину своего друга. Там его друг рядом живет. И они просто, блин, меня сейчас хотят. Быстро, зеленый свет. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Просто сейчас догоняют. Вот это разгоняется она. Блин, друзья, просто пушка. Летит. Блин, капец, друзья. Вот это просто. Надо выехать с города. Тут очень много камер в городе. Он меня может выследить просто по... А, кстати, друзья, я забыл. Так, сюда повернем. В машине еще есть чип, который... Который, блин, может же он выследит по местам. Ой-ой-ой, что-то подлючивает, страшная игра. Это из-за BMW, наверное. Он может нас выследить. Друзья, выследить. Нам надо срочно позвонить другу. Он просто снимет этот чип. Он где-то живет в квартирах. Кстати, вот что там, автодром был написан. Тут где-то.
Быстро нам сейчас позвони, друзья, сейчас. Так, набираем, набираем, быстро, быстро, так, набираем. Пока стоим в телефоне. Алло, 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 что там? Можешь мне чип снять с машинки? Я просто тут ее немного угнал. Все, он, короче, он в шоке, друзья. Я ему позвонил, он просто в шоке. Говорит, зачем ты это сделал, я не знаю тоже. Ну, сейчас посмотрим, короче, нам быстро надо вот тут вот. Он живет, так, зеленый свет, быстро гоним. Нам теперь потом надо вернуться. Воу-воу-воу-воу. Так, вот тут где-то поворотик. Так, где его поворот? Тут где-то был, друзья. Тут сплошная. Так, выключу поворот. А, где-где-где-где-где? Да, по-моему, вот сюда надо заезжать. Воу-воу, газелька! Во, я ударился еще. Быстро уезжаем. Сейчас еще газелист просто вызовет полицию и все. Блин, капец, что я натворил, друзья. Быстро, быстро. Сюда, так. Воу, ты на крышу куда-то заехал. Вот это у него. Вот это. Он сейчас сюда спустится, короче. Вот там возле деревья он сказал меня ждать. Но я тут не спущусь. Тут. Смотрите, друзья, тут просто. Или спущусь. А не спущусь, друзья. Она такая низкая, но... Оп, тихо. Такая низкая, но все равно проходит нормально. Вот тут возле деревья, он сейчас быстро. Вот он уже подходит, друзья. Так, вот тут встанем сейчас, заглушим, чтоб... Надо заглушить, чтоб... На паркинг поставим, чтоб ничего не подозреваем. Так, все он. Работу делает, друзья. Вот такая бэшка, смотрите, поцарапал, правда, ее. И сейчас быстро ее отгоним в лес. И я не знаю, что делать, но у меня есть друг, который покупает эти тачки, короче. И я, наверное, ее продам и уеду с города на несколько дней в село до бабушки, друзья. Вот так вот мы поступим, наверное. Не знаю, что делать, короче. Но буду сидеть, пересиживать у бабушки в селе, друзья, потому что сейчас все он снял, короче, угоняем, потому что там газелист вызвал, по-моему, вызвал ментов, и они просто сейчас обыскивают этот район. Спасибо, надо сказать моему другу, потому что он нас выручил. Теперь шеф хоть не будет знать, где мы. Так, тормоза. Так, уезжаем, уезжаем, быстро, быстро. Так, тут гоняют на автобусах всякие. Вот это просто пробка. Сейчас мы в пробке потушимся тут, блин, друзья, давай сюда, сюда. Так, мы, конечно, нарушаем. Сейчас просто нарушаем, друзья. По полной программе. Я не знаю, правда, вообще, что делать. Посоветуйте в комментарии, друзья, что в таких случаях вообще делают люди, друзья. Так, вот тут я помню, эта дорога на выезд с города. Быстро лупашим, просто лупашим. Я не знаю, она разгоняется бешено, друзья. Напишите также в комментариях, кто хотел бы такую машину себе. Блин, мы опять нам надо быстро развернуться. Вот туда нам надо было повернуть, потому что это опять в город ехать. Так, тоже нарушаем жестко на BMW, нарушаем, друзья. Еще такая... Цвет у нее, что каждый узнает, что за BMW. Так, что тут у нас? Нас надо пропустить. Но мы никуда не смотрим, просто лупашим. Так, тут полиция на синих номерах. Я думаю, он сейчас тут не по работе, а просто едет куда-то. Мы просто вот так тихо приезжаем. Вроде бы он не понял. Или он еще не знает, что это краденая машина, друзья. Все, мы выехали из города, это меня радует, друзья. Просто, давайте хоть чуть погоняем, а то, блин, просто сейчас отдадим ее, так. Сколько у меня? Ты, 130, только что шли. Друзья. Так, тормоза у нее, наверное, шеф. Оу, только что трафик хотел повернуть, это просто только что было. Так, выезжаем на сплошную. Во, тут просто. Сейчас. Во, нас выкинуло, друзья.
Что-то разбилось, капец, просто, наверное, бампером черкнули. Интересно, мы выйдем. У меня телефона вообще нет, но сейчас вы слышите звонок? Под колеса КамАЗа просто, друзья. Под колесо попал просто. Под колеса, блин, еще это пожарка тут, все. Надо тикать, друзья. Надо просто избавляться от этой машины. Там шеф богатый. Не заводится машина. А, потому что. Так, быстро, 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 ручник. Все, мы столько аварий понаделали, все просто надо. Еще одна авария, друзья, просто тикаем. О, вот этот поворот, короче, тут меня ждут уже. Во-во-во. Знак. Так, просто. Все, уезжаем просто с трассы, чтобы нас не видели. Вот это на лупаше тут в лесу вообще. Но не будем лупать, потому что тут трава. Во, вот тут вот, короче, они стоят. Они тут перебивают номера в этой. Так, сейчас потихоньку заезжаем. Блин, мы все раз. Весь этот, всю дорогу ехали без света, это просто, друзья, сейчас подъезжаем до них и все, просто убегаем. Тут до моего села недалеко, друзья, просто. Так, вот тут в лесу, короче, его оставляем и убегаем просто. Они уже разберутся тут, друзья, все, вот так вот тут ее оставляем, глушим, глушим, бензина немного осталось, выключаем свет. Так, тормоз, все, друзья. Вот тут оставляем и просто убегаем, все. Друзья, вот такая у нас получилась РПшка. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И главное, пишите в комментарии, какую вы хотели видеть РПшку. И кто напишет, я именно выберу, какую интересная РПшка. И может каждый комментарий буду смотреть, и по каждому комментарию буду делать РПшку. Так что именно ваша идея может быть в следующем видео, друзья. Все, до следующей встречи, всем пока.